южной столице появилась новая цитадель красоты. Один из лучших визажистов Казахстана, Адель Ардаширова, наконец-то открыла свой собственный салон для прекрасных дам. Долгожданное детище звездного мейкапера распахнуло свои двери на минувшей неделе. И сделано оно, кстати, в весьма необычном формате бьюти-бара. Хочется такой лайтовой домашней системы. Пришел, захотел отдохнуть. Хочешь напитки, пожалуйста, тебя накормят, напоят, отдохнешь. Хочешь поговорить, отдохнуть, получить любые услуги, пожалуйста. Но в любом случае самая главная цель – это цель того, что цель комфорта. А на самом деле комфорта такого, вот, такого, когда человек приходит к себе домой, в семью. В первую очередь именно вот так мы хотим, чтобы они приходили как будто к нам в семью. И здесь у них был бы полный достаток всего того, чего они хотят. Здесь действительно можно получить все, что ваша душа пожелает. Мейкап, прическу, маникюр и даже массаж. Между процедурами себя можно побаловать и вкусными напитками из бара, выпить чашечку кофе или же насладиться ароматным чаем. А преобразившись, не забудьте заглянуть и в фэшн-бар. Там по очень приемлемым ценам можно прикупить обновочки для себя любимой. Фэшн-бар – это именно то направление, где почему-то постоянно пропадаем не только клиенты, но мы тоже. Мы тоже хотим одеваться красиво, стильно, вкусно. Всегда следим за модой теперь, так как наши стилисты постоянно нам указывают, какие цвета, какие тренды. Вот. И, конечно же, в фэшн-баре очень доступны цены для рынка, для клиента, что немаловажно в данный кризис. Столь значимый для Адель вечер вызвал у нее даже слезы радости, ведь поздравить ведущего визажиста страны с открытием бьюти-бара пришли близкие друзья и партнеры, среди которых и телеведущая Дана Раскельдинова. Аделечка, я вас очень люблю как человека, как профессионала, очень вас уважаю. Я безумно рада, что вы доросли до такого масштабного салона красоты. Его очень сложно назвать салоном красоты, потому что это действительно бьюти-бар. Женщина, попадая сюда, получает спектр всех услуг, и это действительно рай для нас. Я желаю вам успехов и процветания. Адель Ардаширова – это невероятно красивая женщина, успешная. Таким женщинам всегда хочется пожелать, чтобы это все продлилось как можно дольше, потому что человек, когда он счастливый, его видно сразу. Вот это счастливая женщина, и пусть она остается всегда в таком состоянии. Ну а завершающим аккордом праздничного вечера стал розыгрыш призов и подарков. Гости не ушли домой с пустыми руками, получив комплименты от виновницы торжества и ее партнеров. Ну а мы, в свою очередь, тоже поздравляем Адель Ардаширову с новым начинанием и желаем ей успехов, процветания и самых красивых клиентов.